Ксюша, ну так кто же наш следующий гость? Ну что, девочки, готовы к ночи пожирателей рекламы? Кто ты? Петя! Да, это ты? Да, да, да. Да, Петя, организатор самого масштабного мероприятия этого года, который состоится совсем-совсем скоро. Ночь пожирателей рекламы. Это, видимо, ваш сотоварищ. Да, это мой коллега. Как говорится, бывших друзей не бывает. Он, видимо, много смеялся на предыдущем. Да, да, смеялся, как видите. Ну что, Петя, ограничений все больше и больше, но, несмотря на это, мероприятию быть. Ура! Да, именно так. Ну, расскажи, какие... есть новости по поводу проведения мероприятия, есть ли какие-то изменения? Маски. Обязательно. Будьте любезны. Мне кажется, если прийти вот в такой маске, как у тебя, то можно не использовать специальную медицинскую. Коронавирус точно испугается. Абсолютно. Да не только коронавирус. И те, кто, не дай бог, захочет к вам подойти и посмотреть, есть ли под этой маской еще маска. А будут проверяющие, да? Да, не, ну мы об этом не знаем, разумеется, они же не предупреждают. Они будут в масках. Скорее всего. Но маски, кстати, у нас, если вдруг кто-то забудет, они предоставлены нашим спонсорам, компании Телеколы, да, классные многоразовые маски, медицинские. Это очень важная информация. Да, 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 особенно в нашей реальности. Действительно, если ты приехал и вдруг подумал, что забыл маску, и поэтому... Можешь взять еще несколько. Да, можешь, конечно, да, пожалуйста. Все-все для наших гостей. А как насчет организации вот в зале? Как люди будут рассаживаться? Да, в первую очередь хочу отметить, что мероприятие на час раньше начнется. То есть вместо того, чтобы начать в 8, мы начинаем в этот раз в 7, для того, чтобы успеть показать программу. Кстати, это удобнее, наверное, потому что мы время переводим на зимнее время скоро, и как раз будет... Да, соответственно, гости, добро пожаловать, с 6 часов мы встречаем гостей. В 7 часов начинается официальная часть. Сама рассадка в театре уже сделана таким образом, чтобы соблюсти социальную дистанцию между людьми. То есть, через один? Через парами. А если я приду вот с Викой? То да, есть, вы садитесь вдвоем. Два через два получается. То есть два места свободно, два места заняты. Есть нечетные у нас ряды, где люди могут одиночки, скажем так, прийти и сидеть самостоятельно. Ну, есть... Поругались? Ну, можно и так, да, разойтись по разным концам одного ряда. Это тоже возможно. Нет, давайте жить дружно. Да, лучше всего. Я работаю. А, кстати, да, у нас на вашем мероприятии будет вести съемка передачи «Светский выход», ведущий которой является Виктория. Это я. Конечно же, да. Мы потом покажем все, расскажем. Я честно готовлю костюм. Это очень хорошо. Я очень надеюсь, что не только Виктория подготовит костюм, и не Ксения только, но и еще наши гости, потому что для поддержания атмосферы Хэллоуина, да, так как все частные вечеринки, к сожалению, видимо, отменяются, ну, прийти засветить свой красивый наряд очень даже не помешало бы никому. Конечно, особенно в нынешних условиях, как правильно ты сказал, много что уже отменилось. Нужно дать свободу себе самовыражения. Именно, да. Да. Ну, просто дополнительная возможность для того, чтобы хорошо провести время, так как у людей в этом году... И насладиться шедеврами рекламы. В первую очередь. У людей в этом году отняли очень много простых радостей. И мы сделали просто все возможное для того, чтобы хотя бы эту радость сохранить. Ну, чтобы оно хотя бы состоялось, я думаю, вы приложили к этому тоже много усилий, потому что в связи с тем, что действительно много что вытрывается, и вы остались стойко и будете нам все-таки показывать наши гости. Да, 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 это было нелегко. Мы очень благодарим тоже наш театр, мы очень благодарим всех наших спонсоров, друзей и партнеров, в первую очередь команду Russian TV World, которая является генеральными медиа-спонсорами нашего мероприятия, журнал «Афиша», разумеется, с неподражаемой Татьяной Магницкой, и, соответственно, ваш босс, который тоже чувствуется где-то здесь, следит за нами всеми.
Большой глаз. Да, также у нас из медиа-партнера это Cyprus Butterfly Resource, почетный спонсор компании Innovative Construction, которая в прошлом году также поддерживала наше мероприятие. В этом году ребята приготовят алкогольную ковид-вакцину. Ух ты! Как интересно! То есть все, кто побывает на вашем мероприятии, будут вакцинированы. Здоровы, да. Но Минздрав предупреждает, мы никого не склоняем никуда. Нет, мы не склоняем, нет, принудительной вакцинации не будет, это я вам гарантирую, на нашем мероприятии точно, только добровольное. Здорово. Да, ну также, разумеется, будет чем смочить горло и, скажем так, что взять в рот. Как бы интересно это не звучало. Я надеюсь, вы закусках сейчас. Да, о сладостях. У нас один из спонсоров это Ганс Гретель. Да, магазин сладостей, да, новый в Лимассоле тоже предоставит вкусняшки, вода Эвиан у нас, Russian Corner – это новый ресторан, который также любезно предоставит интересные подарки на розыгрыш, ну, много чего интересного. Но программа осталась без изменений, да, то есть все в полном объеме, что вы планировали, вы покажете? Да, мы покажем программу без изменений, только нам пришлось, ну, может быть, даже и к лучшему сократить вступительную часть, меньше болтологии, больше дел, так скажем. Ну, мы все, что происходит, так получим, да. Согласна. Поэтому, да, ждем вас. Ну что, спасибо большое. Мы точно знаем, где мы будем в этот день. И точно знаем, что уже готовим наряды. Поэтому приглашаем всех наших гостей обязательно приобретать билеты, если они еще остались в кассах. Они обязательно остались, как же иначе Петя бы здесь не сидел. Билеты остались, но они в ограниченном количестве, поэтому поспешите. И только онлайн. И только онлайн. Да. Вот. И мы с вами обязательно встретимся на ночи пожирателей рекламы. И не забудьте ваш костюм. И мы надеемся, что узнаем вас в гриме. Salut toi. Je dois socialiser avec des amis ce soir.